Добрый день, мои дорогие! Берем 400 грамм ржаной муки, 120 грамм сахара, 5 грамм соли, 5 грамм разрыхлителя, перемешиваем, добавляем 30 грамм запаренных ржаных хлопьев, 150 грамм кипятка, 100 грамм растительного масла, замешиваем тесто, формируем корзиночки, у меня 7 сантиметров, 20 минут вот такие получаются, 16 минут вот такие при 190 градусах Цельсия. Наполняем кремом. Приятно.